А сейчас минуточку внимания. Отложите празднование 1 мая и прильните к экранам. На телеканале Шоп-н-Шоу мы представляем не только Светлану Воронцову, но и тунику Доротея. Это специальное предложение только сегодняшнего дня. Ну, во-первых, я хочу сказать, что я очень люблю блузы и туники. Когда я впервые увидела эту модель, я сразу поняла, это та вещь, которая мне нужна. Я люблю свободу. И любая женщина жарким летом, вчера в Москве было +26 градусов, выбирает свободу. Оля, это не все. Так. Это не одна вещь, которую сегодня наши женщины купят. Это сразу две модели. Об этом чуть позднее. Заинтриговала. Ну, а я раскрою все карты по цене. Ладно? 999 рублей. Невероятная цена. Меньше 1000 рублей. Слушай, за эту стоимость сейчас в магазине маечку можно купить. Я согласна. Но никак не тунику. Два в одном. Сколько цветов? 3 цвета на выбор. У нас яркие синие оттенки с голубым. У нас красный и желтый цвет. Вот то, что согласно последним тенденциям в мире моды, многие женщины сегодня ориентируются на журналы мод. Наша рубрика «Мода» поможет вам в этом. Кстати, в начале нашей программы, Олечка, я сказала, что наша туника Доротея – это два в одном. Да. Я хочу пройти сейчас на подиум и продемонстрировать вам, как наша туника может превратиться в блузу. Ну, а являясь любимым базовым элементом многих женщин, мы уже с вами знаем эту вещь. Мы можем носить с вами и с брюками, и с леггинсами, и с юбками. И меня это вполне устраивает. Я пополняю свой гардероб сразу 2 моделями. Обратите внимание сейчас на то, что наша туника очень свободна. Здесь у нас имеется кулиска, и если при возможности вы хотите или укороченное платье, или удлиненную тунику, вы используете вариант туники без кулиски. Как только вы захотели надеть юбку и захотели подчеркнуть свои бедра, вы просто подтягиваете повыше нашу, потуже делаете кулиску, подтягиваете зону верха, и у вас получается стильная блуза. Вот так, два в одном. То есть получается, Света, за 999 рублей мы приобретаем сразу две вещи. И тунику, и блузу. Делим цену пополам. Получаем чуть больше 400 рублей за каждую вещь. Невероятно! Но чудеса на телеканале Шоп-н-Шоу сбываются. С праздником, любимые наши, хорошие наши. Позволь себе праздничный день доступную тунику Доротея. Слушай, вот только как размер выбрать, скажи, пожалуйста. Да, с удовольствием. Пока мы смотрим на нашу модель, я сразу хочу предупредить. Это бренд Благов. Ну, а Людмила Заяц, создатель этого бренда, знает, что надо нашим женщинам. Мы иногда создаем коллекции совместно с этим брендом. Я советую выбирать тунику размер в размер, учитывая ее свободу и учитывая возможность перевоплощаться в блузу. Здесь очень свободный верх, поэтому я сразу хочу сказать, что никаких выточек. С цельнокройной рука. Все то, что любят женщины с богатым верхом. Туника невероятно хороша. Она очень хорошо сидит на теле. И ты знаешь, что я чувствую прохладу. Вот, кстати, я тоже чувствую прохладу. Я прикасаюсь сейчас к этой божественной ткани. Ты знаешь, когда мы на лето выбираем для себя одежду, все-таки это немаловажно, из чего сделана ткань. Вот лично у меня по ощущениям, как будто это настоящий шелк. Ты знаешь, мягенький, приятный. Ты знаешь, Оленька, это вискозное масло. Настолько приятная ткань, что мне хочется поделиться с вами своими ощущениями. Посмотрите, какая она мягкая. Как проверить мягкость ткани? Очень важно посмотреть, как она драпируется. Невероятная свобода в области живота, бедра, все закрыто. Это тот фасон, который любят наши женщины. А то, что касается ткани, Оленька, я действительно называю эту ткань как водопад, струящийся. Ты чувствуешь? Вот эта легкая прохлада, вы будете надевать ее на свое тело, и она будет скользить. Кстати, вискозу очень любят в Арабских Эмиратах, а ты знаешь, какая там жара. Да. Это спасение, это кондиционер для наших модниц. Только представьте, совсем скоро нас ожидают жаркие дни. В чем выходить из дома? Конечно же, в тунике Доротея. Очень нежная, прохладная, приятная к телу. Потрясающий фасон. Мне главное, смотри, подмышки ничего не пережимает. Вот давай об этом тоже сейчас поговорим. Давай посмотрим. Давай посмотрим, моя дорогая. Туника имеет свободный крой, но не мешковатый. Пожалуйста, не путайте эти вещи. То, что сказала Оля по поводу рукава, это действительно так. Иногда нам что-то пережимает в зоне проймы, и это создает дискомфорт, особенно для женщин с богатым верхом. Здесь мы видим с вами, что бренд Благов использует гораздо больше ткани. Посмотрите, это рукав кимоно. Заслуга в том, конструкторов, что они освободили женщину, и ничего в зоне проймы давить не будет. Это свобода. Неважно, какие у вас формы. За этой легкой тканью с принтом скрываются все наши секреты.
свитер. Вот я надела эту блузу и забыла, что у меня есть животик, что у меня есть бедра. Она настолько комфортно сидит, что я просто наслаждаюсь своим состоянием и ощущением. Не раскрывай секреты на всю страну. У тебя все идеально. Этого никто не заметит. Если вы тоже хотите скрыть особенности своей фигуры, звоните. Туника Доротея это сможет сделать. Ну а теперь еще раз давайте посмотрим на цену и скидку. Скидка Света практически равняется стоимости нашего предложения. И не забывайте, что это не просто туника, это еще и блуза. Туника-трансформер. 2 в 1. С приятной тканью, очень нежной. Слушай, вот, Свет, скажи, пожалуйста, а вот если дорогу ее взять, да, с собой, в чемодан, она не помнется? Я уже знаю, что ты собираешься у нас поехать с семьей. Вот, Олечка, для тех женщин, кто любит комфортный отдых, я хочу сказать, что почему женщины любят еще вискозу. Мы проделаем сейчас с вами эксперимент, и который покажет, что за такой вещью не требуется особого ухода. Вискозное масло после стирки даже не нужно гладить. Эта вещь никогда не потеряет своей формы. Внутри вискозы легкий процент эластана, который сохранит яркость цвета и форму. Здорово! Только представьте, даже на отдых с собой можно взять, и не нужно утюг в чемодан запихивать. Ее не нужно гладить, нашу тунику. Она нежная, но гладить вы ее с удовольствием будете ручками, потому что такую нежность захочется ощущать постоянно. Только представьте, такое ощущение, что вас будут обнимать самые близкие люди. Туника настолько приятна по тактильным ощущениям. Свет, давай еще раз напомним, как выбрать размер. Итак, для женщин, у кого богатый верх, я советую обратить внимание на свободу нашей туники. Она действительно свободна, цельнокроенные рукава. Это не просто туника, это туника плюс блуза. На мне туника, а на Татьяне эффектная блуза. И я советую вам выбирать тот размер, который вы носите, потому что бренд Благов отличается своими точными лекалами. Профессиональное конструкторское бюро бренда Благов предлагает сегодня тунику Доротея размер в размер. Берите размер в размер, не прогадайте, берите сейчас, ведь специальное предложение только сегодняшнего дня действует и только сегодня, пока с утра мы с вами, звоните, ведь к вечеру уже размеры многие улетят. Ты знаешь, моей маме бы очень понравилась эта туника, потому что она предпочитает и туники, и короткие блузы, и это возможно сделать. Это прекрасно, моя дорогая, но давай посмотрим еще на один момент, это качество. Многие производители нам предлагают не очень хорошую обработку швов. Здесь мы видим, что швы подобраны тон в тон под нашу блузу. И мне нравится, что они тянутся вместе с эластичной тканью. Обращайте внимание на выбор изделий, обращайте внимание на то, сколько лет вы будете носить эту вещь. Вот про нашу тунику я могу точно сказать, 5-7 сезонов ты из нее не будешь вылезать. Выбирайте свой цвет, мне очень нравится на Татьяне, цвет такой солнечный, напоминающий о приближении лета. Не знаю, как у вас с погодой, но нам точно повезло. У нас уже жара. Пусть и в вашем гардеробе случится жара и лето.